Здравствуйте, дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. И сегодня я хочу представить вам изделие компании Хаджиев Спорт. Это очень хороший рюкзак для дзюдоистов. Итак, давайте посмотрим на это изделие поближе. Итак, перед вами рюкзак для тренировок дзюдо производства компании Хаджиев Спорт. И посмотрим, как из чего он сделан. Итак, мы видим, что он сделан из дзюдо ткани, плетенка. Плотность дзюдо ткани здесь где-то 250 грамм. Очень качественная ткань. 100% хлопок. Дальше мы видим, что здесь есть такой пришит к этому рюкзаку черный пояс. Видите, как очень интересный дизайн. Черный пояс с иероглифами дзюдо и на английском языке дзюдо. И также логотип компании Хаджиев Спорт производителя. Так, посмотрим дальше. Верхняя часть рюкзака, мы видим, имеет замок. Достаточно хорошо он пришит к верхней и нижней части рюкзака. Так он открывается. И посмотрим, что у нас имеется внутри. Здесь мы видим веревку. И это специальная веревка, сделана для того, чтобы можно было затянуть, когда мы туда сложим кимоно или вещи, затянуть. И после можно закрыть на замок. Вот так, двойной такой замок получается. Так, внутри у нас этого рюкзака имеется также вторая подкладка тканевая, что делает этот рюкзак более плотным. Подкладка улучшает качество внутреннее. Вот. Переворачиваем рюкзак на сторону спины, и мы видим здесь у нас лямки. Лямки тоже очень интересно выполнены, видите, тоже дзюдо ткань с такой специальной лентой. Дзюдо ткань, которая идет на плечи, мы видим, что она улучшает соприкосновение этих ленточек с плечами и спиной, что дает комфорт при переноске рюкзака. Здесь есть также специальный вот замочек, который увеличивает или уменьшает длину лямок, меньше или больше. Такие вот лямки, которые очень хорошо также пришиты к самому рюкзаку. Крепко. Посмотрим дно. Вот мы видим дно. Сам рюкзак выполнен в виде такого как бы мешка. То есть мы дно круглое. Вот оно, дно тоже достаточно плотное. И вот такой вот замечательный рюкзак для тренировок дзюдо. Здесь можно носить кимоно. Он достаточно объемный. Вот сюда влезет, ну, размеры вы можете увидеть в описании к этому видео. Сюда влезет, наверное, ну, два кимоно точно детских, подростковых. Вот, а также сюда поместится и бутылка с водой, или термос, тапочки, полотенце.
достаточно объемный рюкзак. Или также сюда может поместиться одно взрослое кимоно с полотенцем, с тапочками, с бутылкой воды, и также можно носить на тренировке. Вот такой очень удобный рюкзак производства компании Хаджиев Спорт. Рекомендую.